ощущение, будто я просыпаюсь от него. Куда более регулярно. Потому что за вами гоняется. А так вы четко знаете. Наш день вторник. Вы не поверите, все равно. Вторник, всегда четверг, пятница, суббота, воскресенье. Так очень раскрутки, будто очень зажгутся. Днем вам очень. Ну да, я уже не знаю. Надо что-то убрать, потому что вы были охранниками. Дурели, замечательно. А что вы можете пожелать зрителям Первого республиканского канала? Желать, чтобы пожелать зрителям Первого республиканского канала. Чтобы все, что они пожалуйста, насколько активны сейчас вот Южный фронт отдельно по сравнению с Севером? В смысле, эффективны или отдельно? Активность такая же, как на Северном, но немножко реже, чем на Севере по боевым действиям, по обстрелам. Хотя здесь также продолжаются обстрелы, также продолжаются налеты на наши блокпосты. То есть, ну, соблюдения никакого перемирия не существует украинских. Более стабилен. Вот. Это самое главное отличие. Ну, уже подошло определенное. Да. Ну, позиции уже определились. С войны группы запутил. Поэтому более стабильный. Мы не верим им, они не верят нам. А будут ли какие-то изменения на фронтах после вчерашней встречи Порошенко? Вы знаете, после вчерашней встречи Порошенко и Путина, я думаю, Петр Алексеевич должен был утекать удачно вообще из Украины. Все, господа, спасибо большое. Спасибо. И ваше впечатление о встрече? Хорошо выступил. Как если бы все так и было, было бы. Побыстрее. Извините, пожалуйста, Анна Ньюс. Скажите, пожалуйста, какое у вас впечатление о встрече с Захарченко? Ой, вы знаете, я довольна, например, что, правда, он молодец, хорошо объяснил людям все. Да вот. Ну, мы будем ждать, ожидать, как мы. Я думаю, что будет все круто. Будем надеяться на хорошее. Надеяться будем на хорошее. Вот. Пенсии будем получать, разбогатеем и признают нас, что мы будем Народная Республика Донбасса. Вот. Самое главное, что пенсия. Бо есть же люди такие, что жили от пенсии до пенсии, да? А давно вам пенсии не выплачивают, да? Вам пенсия давно не выплачивают? Мне вот 4 числа будет, 4 числа будет уже 3 месяца. Сентябрь, октябрь и вот ноябрь. Ну, он мне, например, понравился, как он рассказывал, говорил, что так оно будет или не так. Ну, поживем, увидим. Нет, так я подумала и считаю, что он справедливый человек. Дай Бог. Самое главное, чтобы угля, вот это у меня угля нет, а печка у меня, печка. Там 200 килограмм у меня осталось. Я не очень поняла насчет угля. Будут нам развозить или как-то, я не знаю. Вот это я не поняла с этого вопроса. Ну, думаю, что все будет хорошо. Спасибо ему и всем остальным, которые там присутствовали с ним вместе, военные люди. Я думаю, тоже они все это испытали, все это они знают прекрасно, как тяжело нам жить пенсионерам. Вот. И мы надеемся, что будет... 37-й год, мы это уже вторую войну и голодовку переносим. Так. Мы думаем, что война закончится скоро, наша победа будет, мы победим. Хоть я Ценюк там и кричит, что мы победили уже, да пусть он кричит там. А я знаю, что Народная Республика никогда не отступит. Все равно, сколько людей погибло, молодых ребят погибло, отцов, матерей, детей. Вот. И отдавать им все это никогда в жизни этого не будет. Все равно мы победим и будем жить хорошо. Спасибо. Вот.
Здравия желаю. Подожди. Что? 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 Что?